Привет, бойцы! С вами проект Muay-Thai CK, и я Варченко Виталий. Сегодня я хочу тебе показать две наработочки, которые можно делать на мешке. Первая будет акцентирована на силу, то есть как нарабатывать сильный жесткий удар на мешочке. Эта работа довольно не тяжелая, но она требует максимальной концентрации от тебя, потому что каждый удар ты должен будешь делать максимально сильно. Мы будем работать руками, покажу, как работать ногами. И вторая наработочка будет акцентирована на выносливость ударную. То есть мы будем стараться работать на скорость и на силу одновременно. Это уже работа очень тяжелая, и она заставляет работать серийно. То есть для того, чтобы делать такую работу, нужно уже более-менее обладать техникой удара и стараться все время себя выжимать, дожимать. То есть нарабатывать характер, скажем так. Смотри, и я буду комментировать то, что буду делать на мешочке. А более подробно о работе на мешке у меня есть отдельный видеокурс, с которым ты можешь ознакомиться в описании под видео и в конце этого видео. Настойчивости в тренировках. Итак, приступаем к работе на силу. Задача очень простая. Бить одиночные удары с максимальной силой. То есть максимально жестко, максимально сильно, максимально быстро. Но акцент все-таки на силу. То есть мы бьем не удар за ударом быстро, мы не держим темп сейчас. Твой темп будет где-то один удар в 2-3 секунды. То есть этого времени достаточно для того, чтобы восстановить силы и иметь возможность вложиться в следующий удар. Вложить туда полностью всю силу и всю свою мощь. Возможно, у новичков очень часто бывает при ударах руками, особенно локтями, отдает в голову, как бы такие микросотрясения, как будто тебя бьют от твоего удара. В этом нет ничего страшного. Нужно продолжать бить, и со временем настучится голова, да, и ты уже не будешь чувствовать абсолютно никакого дискомфорта при работе. Итак, мы поработали ручками, теперь переходим к ударам ногами. Точно так же, в точно таком же режиме. Одиночный силовой удар. Максимально жестко, максимально сильно в каждый удар. Новички иногда боятся бить тяжелый мешок ногами, потому что очень больно для костей, особенно круговые удары ногами. Но нужно не обращать на это внимания, конечно, в разумных целях, пока нет гематом, и стараться пробивать туда на силу. Так ноги набьются, и со временем ты не будешь ничего чувствовать. Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Итак, следующая наша работа скоростная. То есть сейчас твоя задача работать серию с 3-4 ударов. Ты берешь любую серию, можешь брать, которые я бью, я сейчас буду работать несколько серий. И твоя задача делать их максимально быстро и максимально сильно. Желательно, чтобы можно, конечно, разбивать, если ты новичок, сначала поработать там раунд серию руками, потом раунд серию ногами, а потом совмещать. Такая работа уже очень тяжелая, от нее очень быстро устаешь, особенно когда держишь хороший темп и стараешься работать максимально сильно и максимально быстро. Поэтому сразу определи комбинацию, какую ты будешь бить, и просто нарабатывай эту комбинацию. Здесь вопрос не столько в наработке, сколько в том, чтобы бить сильно, быстро и постоянно. То есть здесь уже стараешься держать темп в взрывной манере. Это очень тяжело, повторюсь, поэтому поначалу можно убавить время раунда, там работать минутку, а потом добавлять со временем. Тренируйся, настойчивости в тренировках. We'll be right back.